Ушла из дома и не вернулась. Камчатская полиция разыскивает Екатерину Борисовну Голубеву, 79-го года рождения. 26 октября женщина ушла из дома в городе Ельзово и до настоящего времени не вернулась. Была одета в куртку бело-серого цвета, серые штаны и черные полусапожки. В связи с болезнью разыскиваемая не ориентируется на местности. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.